Доброе утро, друзья! Сегодня 4 июня 2021 года. У меня на компьютере почему-то никак мне не поменять время. У меня выставлено время московское. И сейчас я пошла посмотреть просто дату. Написано 4 июня 4:44 по-московски. Но это значит по-московски. В общем, по тому часовому поясу. У Индии плюс 2,5 часа, поэтому у нас 7:14. Собачки выбрались на крыши. Всю ночь шел дождь, такой хороший дождь. Опять с молниями, с грохотом, с громом. И даже Саши проснулся, и вот он прикрыл мне окно, потому что дождь стал сюда пробираться. Вот так вот. Видите, уже натекло. У нас, как всегда, приехали вот работники. Как называется эта служба, в которой убирают, чистят? Социальная? Нет, нет, не социальная. Вы знаете, однажды они у нас бастовали, и вот достаточно неделю, чтобы вот эти люди благородные не вышли на свою тяжелую работу грязную. Как у нас Путапарти, прямо горы, горы были мусора. Вот то, что ну чуть-чуть там даже остается какая-то бумажка, там нам видно, мы говорим, это вот грязь и все такое. Если они не будут убирать неделю, это будет ужас. Я пью свой утренний кофе. Присоединяйтесь. Прочитала в комментариях, как же высоко забрались вот эти вот вьюночки. Я что-то об этом даже не думала. Слушайте, действительно, это ж надо ж так вырасти. С первого этажа так до седьмого они точно добрались. И уже к восьмому ползут. Пока есть вода, они такие сочные. Когда дождей не будет, они высохнут, будут такие сухие плети. Мне очень нравится. Я читаю с утра комментарии, и у меня откладываются вопросы. Для меня-то все это обычно и понятно, и я что-то даже не поясняю. А так прочитаю вопрос, и думаю, да, люди чего-то не понимают, в смысле, надо объяснить, надо рассказать. И у меня даже, ну, как получается, что я начинаю рассуждение на тему вопросов. Вы задавайте там вопросы, если вам что-то непонятно или что-то интересует. Стримы здесь не сделать, да я и не умею делать стримы. А вот так вот, по вашим вопросам все равно что-то, ответы у меня в голове появляются. Good morning. I am fine. Я как всегда fine. Как всегда fine. Господи, какое это счастье на самом деле просыпаться без угрозы мигрени, без угрозы головной боли. Я очень часто раньше просыпалась на такой на грани, как будто я чувствую, так сегодня будет мигрень, не будет. И если я смотрю, уже разыгрывается, бегом надо купировать. А сейчас ровно месяц, как у меня их нету. Нет, ну больше. Полтора. Угу. Он проснулся, говорит, в 2, потому что был сильный дождь. Потом он проголодался и поел корнфлекса. Ой. Это Саша зовет Washing Lady. Нам нужно, чтобы они стирку забрали. Вот тут вот эту вот гору. 30 штук, мне кажется, единиц. Вот.
А я решила, наконец-то добралась до соковыжималки. Мы ее привезли из Санкт-Петербурга, и она у меня ломалась, ее здесь ремонтировали. Я лично сейчас не знаю, она работает или нет. Я, в общем, решила попробовать. Мы же купили в субботу много морковки, свеклы для того, чтобы делать сок. А завтра опять субботний рынок. И вот надо использовать то, что есть. И пока я вытаскивала из коробки, оказалось, в коробке у меня вот эта штука лежала. Вот, друзья, которую я хотела купить. Хотя это тоже, наверное, для кастрюлек, да? Вот я на нем делала или бенган-барта, баклажаны поджаривала, или кофе. Вот так вот, чтобы не проваливалась туда газ, в газ моя кофеварка. А так вот, видите, она, во-первых, она падает все время. Вот. Сейчас попробую, сделаю. Работает или нет, хотя бы проверю. Так. И может быть, даже если работает, я, может быть, еще даже капусту туда добавлю. Будет у меня морковно-свекольно-капустный сок. Я сейчас нечаянно включила канал доктора Островский, что ли, как раз про капустный сок. Вот он прямо так хвалил, говорил, в нем есть цинк. Так, кажется, цинк. Нет, сейчас пересмотрю и вам сообщу. Но я, наверное, сейчас вначале одну морковку и одну свеколку попробую, пропущу, вдруг не работает. Однажды я нарезала целую гору, она раз сломалась. И не знала, что делать прямо с этой горой. Сейчас Саша отдаст. Пришел. Эк момент. Так, ну что, испытания. Проводим испытания, друзья мои. Так, я уже не помню, как что. Оно там трещит. Дайте-ка я в другую печь. Bedsheet we have 3 or 4. Да, там есть простыни 3 или 4. Дайте я его сюда перенесу. Розетка это, конечно, что-то. Он off. Там вроде включилось. Так. Даже страшно. Нет, там не включилось. Оп. Juice making machine. Very good, да. Так, друзья, все работает. Теперь у нас будет сок, и мы можем покупать даже больше. Скажите, пожалуйста, как вы делаете свекольный сок? Я такое слышала, что надо, чтобы час он постоял. Сразу пить нельзя. Ну, у нас, конечно, он постоит час. И сейчас еще чуть-чуть маленький кусочек капустки отрежу. Так, капустку. Вот. Мы еще добавляли раньше. Мы делали, когда девчонки были тут рядом, соседки наши русские. Мы делали с утра на всех. Мы добавляли карелу, мы делали микс. Карела, правда, жутко горькая, но опять же она жутко полезная. Так. Наверное, этого стаканчика не хватит. Надо куда-то в другое место. А, вот такая у меня банка есть, стеклянная. Сейчас буду добавлять капусту. Ну и вот.
все, что сделала раньше. Ну, не так много вышло, но на двоих нормально, да? Вот это вот я раньше использовала. Очень вкусные получались овощные котлетки. Я добавляла туда семя льна. Может быть, я сегодня тоже сделаю, кстати, на ужин котлетки. Вообще, это можно, наверное, вместо хлеба делать, да? Я даже делала без яйца. Смотрите, сколько сухое. Папа, вон vegetable котлет. Угу. Овощные котлетки. Darling, juice is ready. Отлично. Папа ready to drink. Хорошо. Отлично. Very, very good. Еще знаете, что думаю? Я вот делала творог с кисло-же молоко. Вот у меня сыворотка осталась. Можно сок разбавлять этой сывороткой или нет? Она холодненькая, так хорошо. Я свой, пожалуй, разбавлю. Вот, а как вы думаете? Мне кажется, это не вредно, да? Мне кажется, это даже полезно. Это практически второй завтрак такой получился. After shower. This is for you. This I put mix this and this after cured. If you... I love you. If you want, you also mix for you. А он не хочет. Только сок он хочет. Ну все, друзья, я, значит, буду пробовать, что там у меня получилось. Вот. Буду пробовать. Очень вкусно. Вообще, конечно. Очень-очень вкусно. Ну, пусть немножко постоит. Пусть тоже постоит. У меня же еще есть мой кофе. Вот. Капустный сок лучше сок. Там сера. Он чистящий сосуд. Сера, оказывается, я сера. Я перепутала. Виталий Островский сера. Канал. Не знаю. Я на него подписана. У него уже почти 1,5 миллиона подписчиков. Иногда смотрю. Вот. А иногда он вот всплывает у меня здесь. Тогда я выхожу и заглядываю. Как раз удачно заглянула, потому что хотела свои овощи использовать как-то. Вот. У которых заражали холестерином. Ни один не заболел. А у кого не было серы, все заболели склерозом. Вот, представляете? Сок уникальный. Мне нравится его смотреть. У него тут такое все позитивное, полезное, простое. Ну, правда, редко заглядываю. Последний раз я смотрела из Санкт-Петербурга его видео. А так вот рекомендованных всплыло и прямо вовремя-вовремя. Думаю, чего ж капуста-то у меня лежит? Что ж с ней сделать? Ну, надо, конечно, и салаты делать. Салаты вообще, да, можно на терке на крупной потереть и смешать с чем угодно. А это соседи сушат красный перец.
Они его очень много едят. Они добавляют прямо, я не знаю, наверное, 1 к 10 на килограмм риса, 100 грамм красного перца. Сегодня у всех стирка. Мы тоже отдали свою стирку Washing Lady. И вон по моим простыням бегают обезьяны. Это мои простыни, они вот так развесили. Это все мое. Вот это мое полотенчико. Это мое платьишко черненькое, в котором я крашу волосы, чтобы не пачкать платье. А это моя простыня со слоником. Простыня с зодиаками. Это инь-ян. Ну да. Ну, они хотя бы сушат раздельно. Это любимая рубашка Саши с пальмами. Он не видит, как это сушат. Если он увидит, он, наверное, поменяет компанию. Мама дорогая. И там вот, вот там над той мусоркой все остальное. Тоже наша, моя ночнушечка. Горошек. И вторая любимая рубашка Саши висит на заборе и на колючей проволоке. Да. Ну, бывает. Главное не смотреть. Не присматриваться. Мою простыню ветром снесло в грязь. Да, правильно говорят, многие знания, а многие страдания. Сидела в себе и не знала б, как это все происходит. Была бы счастлива.